Вот автостоянка на подступах к Домбаю. Это... не доезжает. Верхнюю Чеберду. Автостоянка. Меня здесь года два не было, я чему удивилась. Никогда вот родников не было, один там струится всегда. Пили мы оттуда, облагорожены. А тут смотрю, посмотрите. Смотрю, и вы смотрите. Горные родники пробились новые. Вот смотрите, ручейки бегут. Интересно как. Сейчас на вкус попробую. Устье. Может это нарзана, может просто вода родниковая. Так, откуда она бежит, не пойму. Сейчас найдем устье. Вот здесь вот бежит. Вот увидела. Посмотрите. По стенке сочится. Видите? О-хо-хо. Оренбург. Видите, как здесь промывало, когда идут дожди ливневые. Лавины здесь. Лава, камни, грязь, чего только не несет. Дорогу перекрывает вот федеральную автотрассу. А вот вода. Придется попробовать на вкус. Не подрезаю. Сейчас. Все пояснить. Ну, давайте вот с потока. Ну-ка, набирайся. Какой-то вкус есть. Какой-то вкус. Интересно, откуда он бежит-то? По земле или откуда-то? Короче, Карачаевский район здесь находится на целебных родниках. Сейчас покажу, где можно отдохнуть, посидеть, полакомиться. Вот еще, посмотрите. Этого не было. Что-то новое. О-хо. Прямо из, посмотрите. Сейчас покажу. Может, отсюда идти. Прямо из-под корней сочится. Он нам так, не буду рисковать, хотела перепрыгнуть, как в детстве. Еще и мимо полечу. Сейчас покажу родник, который всех путников радовал, радует. Я не знаю, там есть вода или нет за два года. А, есть. Вон, посмотрите. Много раз здесь проводила съемки. Вот. Лена Плюс и так далее. Чистенько все убрано. Ну, осень. Листья, ладно. Посмотрите. Хочу подняться в лес, не боюсь. Вовремя отойти. Посмотрите, сколько крышечек. Здесь тоже. Так. Вот. Месиво. Жаль, у меня лопатки нет, я бы сейчас почистила бы это месиво. Ну, здравствуй, родник. Я тебя 2,5 года почти не видела. Скольких людей ты за это время напоил? А? А долина как будто что-то есть соленое, но... Видимо, лечебная вода. Берегите лес. Берегите. Берегите все, что создано Всевышним Аллахом.